Доехал самую малость. Рекордную тройку при технологических возможностях,
понимание жизни, политических взглядов. Яндекс. Навигатор в Якутске. Это вообще кошмар какой-то. Тогда оно невозможно. Но суть-то не важна. Суть в том, что то, о чем говорил Сергеевич, фактически создает такую определенную токсичность вокруг монархии. То, что кто-то относится к ним субъективно, нейтрально даже, или расценивает ее сугубо с экономической сферы, не политической, не идеологической, уже в каком-то негативном лагере. Крутился по Якутску. Очень важно такого хребта империи, то есть те, кто потом впоследствии окажется советской партии, австрийской партии, то есть так умеренно либеральные уже и с их стороны уже вот это отношение к монархии распространились. Да, вот по поводу все-таки, это не один вопрос, потому что ты говорил, хочу, чтобы ты добавил, но ведь при этом самая многочисленная партия — это монархисты. Это, да, мы уже знаем, там, Черную сотню, минимум, да, и у него не было дачи в Переделкино. Не у него не было. Не было у Юрия Накибина, не было у Григория Бакланова, у Исаковского не было. Потому что союз писателей, безусловно, разрастался. Но если бы дачи давали по таланту, но дачи давали по многим. Из-за этого.
администратор. Потому что снимать практически нечего. Ну вот, справа на видео, это уже второй паром, третий паром, который переправляется от Нижнего Бестиха к городу Якутску. Сейчас еще один паром с правой стороны видео. Надеюсь, видно. Ну, другого. Река Лена. Паромная переправа с берега Якутска на берег Нижнего Бестиха. Сколько займет времени? Ну, больше, чем когда перебирались от Нижнего Бестиха к Якутску. Во время движения буду снимать, потому что вроде бы дождик закончил моросить. Посмотрим. Один за одним прибывают паромы. Только что один. Пришвартовался. Второй ждет своей очереди. На Мачевле, видно.
автомобили переправляются и люди. Все, многие стоят возле портика, особенно те, кто впервые. Пытался завести
коллега. Он в гостях, а он в Якутск. Мы в гостях. Сейчас попробую снять с носа парома, насколько хватит аккумулятора. Пристань без стиха.
на воду можно смотреть бесконечно. Thank you.
этим же бортом. Этим бортом шарфуется причалом. Вот в этом месте я должен буду съехать на берег. Сейчас по навигатору мы выехали и шли маршрутом ледовой переправы. То есть, когда Лена встанет, будет организована ледовая переправа, вот таким же маршрутом. Thank you.
все, причалили. Опускается мостик или трап, как его правильно говорить, я не моряк, не знаю. Так, приготовить билет. Платы. Лена. Буду я еще когда-нибудь здесь или нет, маловероятно. Так что на всякий случай говорю, прощай. А вам? Могу рекомендовать, советовать. Посмотрев видео, сделайте выводы.
нижних бестях. Слева я ночевал на площадке. Станция смотрит или нет?